В результате рассмотрения искового заявления Межрайонного прокурора к администрации Гайского городского округа, а также отделу ЖКХ и КС администрации судом вынесено решение о частичном удовлетворении требований, а именно о возложении обязанности на отдел ЖКХ и КС незамедлительно устранить нарушение законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности, выражающиеся в частности в наличии на территории дорожной сети города Гая зимней скользкости, колейности и наличие уплотненного снежного наката. На данный момент исполнительный лист направлен в соответствующий отдел судебных приставов для организации исполнения судебного решения.